Дорогие друзья, вот сейчас будет маленькая инструментальная разрядочка между вокальными номерами. И я с удовольствием приглашаю на сцену семейный дуэт Александр и Михаил Исковичи. Песенные попури. Thank you.
Следующий Новый год на телеканале «Культура» будет программа «Новый год с дружной семьей из Скопища». Мы продолжаем вокальный марафон. Не раскрывай секрет, Саша. Слова Джона Китса, перевод Владимира Левика. «День и ночь» исполняет Анастасия Милюткина. Войди же, сон, в мой дом.
«Кузнечик и сверчок», слова Джона Китса, перевод Смыла Яковлевича Маршака, исполняют Анастасия Милюткина, Ульяна Тарасюк и аккомпанирует инструментальный дуэт Валерий Ксерафонтов и Иван Антипов. Thank you.
Спасибо. Мне кажется, что мы вас не разочаровали, не показалось. Значит, ведущий мне разрешил в конце сказать несколько благодарностей. Во-первых, конечно.